Салатик. Аллочка делает. Сейчас покушаем. Пойдем посмотрим это. Вроде солнышко на улице-то. Это, короче, для чистки трубы. Вон той. У бани. Веревкой привязываешь ее и в трубу. Посмотрел тоже в интернете, в ютубе. Ну, вроде метод рабочий. А это что такое? Это баклажаны. О, это баклажаны. А это перцы. Перцы где-то тоже. А вон по большому, посмотри. Та-дам! А, ну вот перцы уже вон появились. Красавчики. 90 с чем-то сантиметров. Надо же, чтобы Дима-то вошел и вышел. Ты ой, походу... Ла-ла-ла-ла-ла! Ты походу один будешь в бассейне давай, плавать? Давай. Дедушки вот стульчик купили, чтобы когда на грядках работает, маленько потом садился, отдыхал. Пойдемте. Вручаю тебе. Это стульчик. Спасибо. А ты уже, уже видел, да? Понятно, что это. Это вот ручка, он там складывается. Все, спасибо. Да, главное, чтобы выдержал. Ну, сколь прослужит. Сколь прослужит. Давай его. Посмотрим. Ух ты! Ну, ну-ка, открывайте. Давайте. Внимание, доступная нагрузка не более 50 килограмм. Да, да, да. Не бросать, внимание. Все, не бросать, ничего. Следи за детьми. Давай сюда. Это тебе нельзя садиться на него. Сколько Димка весит у нас? Это дедушки же взяли? Держи. Выдержит? Смотри, я не сяду и все. Ну давай тихонечко. Аккуратненько. Я засылаю, то я не засылаю. Если сломаешь, то мне 400 рублей. Так, а мне 400 рублей, во. Стул стоит 400 рублей, вот эта табуреточка. Я выдерживаю. Ладно, давай дедушке, унесу дедушке. Да. Удобно, да, вот так берешь, оп, и пошел. А? Не, я просто показать. Он же здесь. Здесь куда-то ушел. О! Оп! Вот так. Опс. Я понял. Ну, нормально все. Пошел куда-нибудь. Вот взял, все, и пошел. О, и поводь он. Переставил дальше. Ну, ну смотри, я говорю, как бы. Нормально, спасибо. Он где-то килограмм, по идее, 50-60 держит. Ну, у него это как бы по регламенту, а так-то как бы, нормально. Возможно, побольше может держать. Нормально. Я его. Чтобы он, главное, между грядок пустил, а я могу его ужинать. Ну, я его в комнату уберу, да, пока? Да. Молодцы. Салатик. Аллочка делает. Сейчас покушаем. Пойдем посмотрим это. Вроде солнышко на улице-то. Ну, более-менее вроде это. Чуть-чуть брызгает дождик. Пойдемте баню откроем. Посмотрим, что там. Дедушка вон. Видно, видно, наверное. Культиватор вот такой купил. Вот, как? Торнадо, что ли?
правильно называется. Картошку решил посадить. Надо было место целину вспахать. Ух ты, какая радуга двойная. Нифига себе. Ребята, смотри, какая радуга двойная. Да. Во. Ух ты. Смотри, раз, два. Идите, смотрите радугу. Она еще полная, что ли? Смотри, она полная. Ничего себе, я ни разу не видел. Полная, она до конца доходит даже. Видно? Двойная радуга. Она причем до конца. Грибной. Классно, да? Красиво. О, пионы распустились. Где? О, точно. О, а что один у нас это? Нифига, они такие большие сразу стали. Ой, камеру заляпал. Ну, башка тяжелая, упал один. Пиончик. Ну, блин, пока вот нечего у меня под рукой это тут сейчас мокнуть под дождем. Блин, нифига так классно. Две радуги. Там он еще пион. А это подогрев бассейна. Вот это все сделал систему такую. Подогрев бассейна. Потом покажу, как работает. Но работает. Штука классная. За 4 часа примерно греет бассейн где-то градусов до 32. Да, Димка, купался в басике? Классно? Да. Классно. Надо баню. Открыть баню. Кладовку. Ой, неудобно одной рукой. Ну что, мальчик? Пальчик. Так, смотрите, короче, какую штуку я еще сделал. Вот здесь, смотрите. Тоже, наверное, отдельно попробую, может, видео сделать. Вот такая штука на работе сделал. Это, короче, для чистки трубы. Вон той. У бани. Веревкой привязываешь ее и в трубу. Посмотрел тоже в интернете, в ютубе. Ну, вроде, метод рабочий. Метод рабочий вроде. А это дедушка вот купил колосники, только что заезжали в этот, в магазин дельный, он, видите, 1289, короче, 1300 за один колосник. Ну, надеюсь, хватит надолго. Вот так вот. Летний душ. Здесь набирается вода. Вот так открыл, и туда вода пошла. Вот так вот он. Прикольно, классно. Что там такое? Ну-ка, иди в дом. Радуга шикарная вообще. Где помидорки сатурны? Здесь больших пятах помидорки. Ох, какие стали большие. Да, на всех маленьких кустах висят помидоры. Класс. А на больших тоже уже висят. И на этих появились уже? Вон там где-то, я сейчас только что видела. То ли на этом кусте, то ли на том кусте. Во, вижу. Раз, два, три. Короче, в этом году... Интереснее. Вон передо мной прямо помидорки сидят, смотрите. Угу. В этом году у нас рассада удачнее. Во. В том году бабушка дает. Сразу же, во. Знакомого купила. Но. А тут-то видишь, мы подошли, я попросила, нам не сразу. В прошлом году, да, рассада была, я не знаю. Но она неудачная какая-то была. Не знаю, что это рассада даже. Даже это мама моя отдала, даже тоже не знает. Баклажаны, да, цветут. Что за рассада была? Ну, слишком много было пасынков или что там, да, они какие-то все были кустом. Ничего не было. Это у нас, короче, поделили еще базилик. Вот это. Там тоже, да, базилик? Да.
А это что такое? Это баклажаны. О, это баклажаны. А это перцы. Перцы где-то тоже. А вон побольшой, посмотри. А, ну вот перцы уже вон появились. Красавчики. Да, нынче. Перцев на побольше, чем на перцев. Нынче намного удачнее. Надо, чтобы 20 перцев покупать. Ну, 15, там, 16, до будущего, до конца. Чтобы казанок можно побольше. На, вторую теплицу. Баклажаны вторую теплицу туда огурцы посадить. Чтобы погнали наши горы. С баклажанами. Огурчики, да? О, терпение, открываешь, а там огурцы висят. О, огурцы висят. Огурец. Нифига. Маленький. Он маленький огурчик уже. Нифига, нифига. Зацепили. Круто, да? Огурцы висят, нормально. Нормально. Пойдем, то промокнемся. Через несколько дней подрастут. Вот сюда хочу, получается, провести-то горячую воду. Это вот холодная идет с кубовика. А здесь же рядом, вот я думаю, вот отсюда зайдет откуда-нибудь. Так. Ну где-то здесь, короче, зайдет вода, и здесь будет кран, и это будет горячая вода. Соединю просто тройником. Ну, тройник пластиковый. Планирую так. И будет. Должно работать, по крайней мере. Бочки вот привез. С работы. О, это потом это уже отпилил, в ней будем сжигать поддоны. Блин, дождь, под дождем не очень удобно все рассказывать. Радуга, да, какая шикарная. Да, конечно. Надо да. Ее вот туда вот идти и целиком сводкать ее. Очень классно. Сейчас. Красивая радуга. Причем она до конца, вон ее видно. Там здесь видно. Полностью. Не, я ее уже вижу. Полностью. Круто. Вот бы завтра не на работу-то еще. Вот в этом углу грибы посадил. Не знаю, что будет. Написано, что через 3 месяца будут грибы. Вот вишня. Это старая смородина, мы ее вырубили, она заново растет. А вот там грибы сидят. Красноголовики. Не знаю, что получится. А, не знаю. Да мне без разницы. Галоши-то? Да одевай, твои, наверное, стоят там. Не, я свои сейчас посмотрю. Класс. О, салатик готов. Скоро будем ужинать. Дима, ты будешь салат? Да. Скоро будем. А я могу согреть? Салатиком. Салатом. Да кушай, кушай. Нет, так я тоже. Ужинать или что? Ужинать. Все, садимся ужинать. Помидорчики. Салатик. О, перчики. Подержи, Настюшка. Банку открою. Кроме перчик. Скоро свои будут, надеюсь. Да. И перчики, и помидорчики. Огурцы точно, они уже большие. С Димой сходим, рыбы наловим, да? Чайник. А что, ставить чайник-то или пойдешь за листьями? Да
Так это и устали, его заваривают. А, потом уже? А, ну все. За листиками я пошел. Давай, давай, все, ставлю тогда. Дедушка пошел. Дедушка пошел за этими, за листьями, смородины. Вот сейчас заварим с мятой, с этим, с мятой, со смородиной. Нормально, вкусно? Ну все, приятного аппетита. Так что сидим, ужинаем, потом, наверное, дождь как раз кончится, можно маленько в огород выйти посмотреть. То под дождем как-то все быстро, 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 быстро. Приятного аппетита. Спасибо. Покушали. Сейчас решили пойти маленько. А у меня такой вопрос. Сходить погулять. А у меня такой вопрос. А когда мы будем мой вот этот шар для воды? Ой, ну круг. Так когда бассейн будет? Диме, нет, Диме купили надувной. Нет, посмотрим. Да сейчас можно. Диме купили надувной круг. Пойдемте сходим на улицу. Там дождь кончился у нас. Я уже ягоды даже собрал. Дима ходил. Что там еще? Дима ходил ягоды собирать, да? Там малина была, которая да. Там в грядке там, что у нас, лук. Уже темно, да? Огурец. Я вам вафельку взял. Удачи! Вафель. О, Настюха. Так, а где это? Круг. А? Да, кстати. Я бы не видела ни разу. Подожди. А где он? А вон он. Нет. Дима. А где круг Дима. У него? Дима. А, так вот. Я замечу тебя. Плавательный нет. Круг для Димы в бассейн. Где? Давай. Что это? Ам. Что это? Ам. А его можно сейчас надуть или потом? Мало, ты мне одеваешь. Да потом, наверное. А дай я сейчас надую. Так мы его в баньку отдуем. Как хочешь. Вот я сейчас его наду. Подожди пару секунд. Вот я сейчас кофту одену. Можете пока тут прочитать, что как тут, да как. Где тут баньку? Да разберешься. Простой круг. Вот он, надувной. Какая в прошлом году веселее была клеёночка. Вот надо было брать веселее, сама выбирала. Они больно дорогие, по 500, по сколько рублей за там метр? Прямо стол-то сырой. На, маленький, на, маленький виноград тут почистить. Завтра пустили. Ну, кажется, она большая будет. Ну, нормально. Не жалко было дорогую покупать, потому что она все равно тут отрепится за год. Она стоит на год купила. Пошли. Отдай, это мой! Отдай! Ну, за год, за лето. Все, ягоду собираем. Ой, давай. Ой, там два цветочка распустила. Показывай. Кто как знает открывать, как что у нас? Там? Пойдем ножницы возьмем. За круг. Для бассейна. А что, эти не зажареют? Да не, а что это будет? Так подожди, дай, дай Димка сюда. Да, попробуй как-нибудь. Держи, Настюшка. Смотри, вот же. Показано тебе, где, где вход. И? Где вход. Видишь, как клумба. Капец. Вся заросла. Давай. Давай. Оба, а, какой оранжевенький. Оранжевенький, о, какой веселенький. Ой, нифига, а девчачий. Нифига, он здоровый. Ну, 90 с чем-то сантиметров. Надо же, чтобы Дима-то вошел и вышел. Ой, Ёбочка. Ла-ла-ла-ла-ла. Ксюша, 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 Ёбочка и Ксюша. Ты, походу, один будешь в бассейне плавать? Давай, 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 давай. Балет, давай, давай, давай. Ксюша, Ксюша, Ксюша. Давай надувать. Давай, Дима, надуем. Дима, давай надуем. Нет, я надую. Ну давай, надувай. Опа. Я надуваю. Папа.
Кто надувается, я или он? Большой вопрос. Ты круг. Он круг, а это папа. Который скоро красный станет, как помидор. Здравствуйте. Все? Легкие заканчиваются, да? Я не верю, то, что... Голова закружилась даже. Ну, такое бывает иногда. Вот он пипец огромный. А подожди, а где у нас игрушки? А, вон там они. О, нифига себе, нормально. А, комары еще кусают. Коза. Обошли бы 5 океанов. Наконец-то я это сделал. Чуть легкие не свои не оставил. Тут. Давай. О, подожди, ну-ка. Нифига такого, вообще на меня. Да, конечно, он большой. Вообще. Я могу. Ой. Немножечко стриптиза. Не, ну он реально здоровый. Давай. Да. Дима, мне кажется, пока в нем бывает будет. Давай, снимай. Провалится уже 100 раз. Не морайте круг. Не морай. А то в бассейн. Руки кверху. Руки кверху подними. Ложи. Диме большой. Обнимаю. Надо было меньше брать. Вот и барелина. Зато прикинь. Блин, он пол бассейна займет. Зато барелина надулась. 3-метровый бассейн, круг 90 сантиметров. Поплыл. Не висил-то какой-то, я просто вот. Мы играем в капитан. Мы играем. Иди, да, иди, басик его закинь. Да я помню. Куда реально пол басика живет? Нормально. Это у нас старый куст смородины. Мы решили его для копчения оставить, чтобы коптить. Это земля осталась. Ну, торф, торф. Мы его потом по осени, может быть, грядки поднимем. Крыжовник, да? Крыжовника много. Крыжовник, смородина, мы их не едим особо. Яблоня подросла. Это у нас яблоня, вот это. Но она выросла намного, она была такая. Но она еще долго, я думаю. Когда насчет. А помнишь, у бабушки, мне кажется, быстро. А, у нее дуб рос. Ну, офигеть. Вот это наша яблоня. Она такая была. Такая. Это яблоня? Да. А смородины красной мало ничего. В прошлом году больше было. Вишни много. Сейчас весь вкус в прошлом году. Да? Было. Вишни, смотри, сколько ягодок. Уже видно, сколько ягодок. Да. Все усеяно. Вишни много, весь все дерево. И здесь, и здесь. Тут тоже много ягодок. Что, в тапочках? Он какой красивый. Я не в тапках, тоже я. Пионы, я в тапочках. Тоже пионы. Он кириса. Ириска, ирис. Красавчик. Уже отцветают. Жирный. Тут скоро розы заходят. Ля, попади. Что там? Это мак, он цвел, он уже отцвел. Нифига себе. Оторбатель. Хорошо так. Только уже темно, уже вечереет у нас. Время, наверное, часов 10 вечера. Дождь шел, так полную бочку налил. Полную бочку воды налил. Уже, кстати, земляника Виктория уже есть. Класс. Вот это классная система, потом расскажу. Это яблоня? Это ведь тоже яблоня. Как? А, да? Вроде яблоня. Да, яблоня. Мне кажется. Зачем нам две яблони? Ну, полетим яблоню. Так, близко посадили? Ну, пусть уже растет. Что? Пока она вырастет, мы уже этот куст убирать будем. Купил, как он называется, септик вот этот вот, ну как?
в туалет. Вот у нас вот этот туалет, короче, он полный. Там бочка внизу. Она полная уже. И в нее надо, ну, либо доставать ее, да, переставлять, либо вот что-то насыпать. Я какую-то химию купил для септиков. Завтра попробуем. О, здрасте. Настюха. Здрасте. Здрасте, Настюха. В моей кофте гоняет уже. Моя кофта. Вот так вот. Растут дети-то. Растут. Смотрите! Мой хрук! Что там? Я бы в этом году вообще плотно уже за сетку упихала, вон как. Здесь растет у нас хмель. Потом такие шишки будут появляться на нем. Ладно, пойдемте отдыхать. Мне завтра на работу. Был бы выходной, хорошо было бы. Дел много. Трубу надо чистить, вот эту. На баню. Папа, а когда мы сможем в басике покупаться? В басике выходной. Я вам печку затоплю, ага. Воду подогрею, ага. И будем купаться. Идем отдыхать наверх. Дедушка смотрит политическую программу. А мы включаем ночничок. А мы... Давайте выключим вот этот ночничок. Давай. Прибавьте звук. Мы идем сюда. Ой, смотри, как классно. Вау. У нас. Вау. Я пойду папе поставлю туда. Картина у нас тут. Стелитесь, смотри. Светящиеся, да? Включи, то плохо видно на камеру вообще. Вот этот желтенький свет. Блин, я хотела с этим побыть только. Класс, в тему, да? Релакс. Давайте маленько проветрим. Давай. Тепло. Что, Димка, там телефон заряжаешь? Я говорю, Настя, в прошлый раз, Настя... Можешь там оставить, я снизу подключу. Окна закрой, шторы зашторь. Ничего не сделала, да? Нет, окна закрыла. Шторы... Настя, я тебе всегда говорю, шторы зашторь, окна закрой. Так что, друзья... Ты включай телек. Под такую вот замечательную картину. Маме огромное спасибо с папой. Вот она, все, мы ее повесили. А то у нас целый год нас на первом этаже лежало наверху. Сейчас мы ее установили, уже сделали. Подожди, Димка, подожди. Сейчас мы уже ложимся, вот расправляем кровати, отдыхать. Завтра мне на работу. Так что всем спокойной ночи. Увидимся завтра. Пока-пока. Пока. Бежит, бежит, бежит. Пока-пока. С удачным шагом. Пока-пока. Пока-пока.